fazer. Но все когда-нибудь заканчивается. Да, мне тут еще написали, что если ты раскладываешь фантазию и поставил карты, но не уложился во времени, то ты скупнешься. Лол. Сейчас 3 макс поиграем. Я уже говорил, что я против него. Не люблю 3 макс. Чувак вышел. Ну, наверное, он в следующую присоединится. Он тут только что разбогател на 100 рублей. Я лучше поиграю. Heads up. О, да, мы доехали. Надо было того пометить неприличным маркером, чтобы не садиться к нему. Так, не знаю, возможно, можно было как-то по-другому получше разложить. Значит, не увидел. Чем не доехал?
Так, два туза идут всегда в мид. Девятка есть аут, и на мид тоже поставим. Потому что мид у нас уже в принципе закрыт. Нам там больше ничего не надо. 3-4 вниз. Так, четверка есть, хорошо. Семерку ставить наверх смысла нету. Суну тоже в мид. А вот все цело. Семерка дает 2 очка в топе. Смысл ставить ее наверх? Очень мало. Что там прежде? Они еще думают. Отвлекся немножко. Так. 10 можно в топ поставить, это да. Есть там один аут, ну и отлично. Восьмеркой закрыться. Хочется фантазию, я не буду пока забивать, хочется там какую-нибудь даму положить. Короля-то вряд ли я уже поймаю, вот даму положить, две дамы, было бы очень неплохо. Очень-преочень. Наверх. Шансы абсолютно одинаковые, но туз дает больше очков, только поэтому. Но, да, я тут тупанул, у меня что десятка стоит, туз мне дает больше очков, но если он придет, я скупнусь, это я вообще очень сильно затупил. Просто очень сильно, поэтому если мне сейчас придет туз, я с ним ничего не могу сделать. Туз не пришел. Надо бы вообще вниз бахнуть. Сейчас бы две дамы закрыл. Вот красота. Но прошлое в прошлом. Это сейчас вообще красавец просто. Минус 25. На тебе. Так, это я проиграл. У меня 8. Сейчас посмотрим, как третью сыграем. Можно в целях эксперимента проиграть третью. И мы тогда узнаем, дали мне за первый раунд. Не за первый раунд, за первую раздачу. Победу или не дали. Так. Тут я это вижу. Так. Без позиции плохо, в 3 максе очень плохо. Но как мы видим, черненьких мало вышло. Это хорошо. То есть флеш мы тут очень реально собираем снизу. На восьмерке, на десятке аутов нет. То есть стрит мы здесь уже не соберем, потому что у нас гадшот из девятки. Просто одна осталась. Кому она придет? Да не мне, ни за что. Но все ауты на 8-10 живы. Поэтому тут типа закрыть две пары. Короче, план такой. Снизу флеш, здесь две пары закрыть. А сверху туза положить. Ну как-то так. Все, треть дела сделана.
открыл список на гипсе, кто в чате. Осел 14. Трудовик. А вы неплохи. Не знаю, где толк в никах. Особенно мне нравится трудовик. Это просто... Сразу своего школьного трудовика вспоминаю. Все трудовики интересные личности. Весьма. Есть ли смысл закрывать два аута на вольта? Я не буду закрывать тут. Или буду? Две черные дождусь. Так, 4, 3, 7, 6. 6 аутов. Типа мне надо два из них поймать. Нет, это нереально. Так, так. Одна дама осталась. Надеюсь, они соберут. Но у этого тут все не так хорошо, на самом деле. Ну, типа, он не скупнется, конечно, но в плане очков шестерку свою с меня вынесет, потому что я скупнусь. Других вариантов я не вижу. Туз, дама, валет. Валет меня просто спас. От чего спас? Возможно, от того, что я не отдам 6 очков вот этому чуваку, из-за того, что у меня пара десяток, и он не соберет свой стрит. Здесь, возможно, я его перееду. Короче, валет тут очень вовремя приехал. На флеш я уже не рассчитывал. Как бы мой план провалился изначально. Но валет меня выручил, при том, что он был последним аутом. То есть шанс на то, что мне придет валет, ну, никакой. Плюс 0. Интересно, так, 8 смотрим. Изменится, не изменится ничего. Давай. Ну, Рума подвисла. Серьезно? Вы это серьезно? 9. Мне дали одну победу. Видимо, это вот как раз за первую раздачу, где я выиграл. Пускай меньше очков, чем другой чувак, но выиграл. А типа 0 это, ну, проиграл. Окей, минус, 0 минус проиграл, плюс выиграл, все ясно теперь стало. Я опять играю 3 макс, отлично. Я же хотел уйти отсюда. Ладно, красненький пособираем снизу. И даму подождем. А, чувак, ситаут, супер, спасибо ему. Надеюсь, он не вернется. Посмотрит, как играют профессионалы и уйдет. 4-6. Можно. На четверку есть ауты, на шестерку нету. На красненькие вообще нет аутов. Хотелось, конечно, тут попробовать какие-нибудь фулхаусы пособирать. Но, пожалуй, не сегодня. Пожалуй, не сегодня. Ох ты! Вы только посмотрите на это. Я медленно иду мышкой вниз и кладу что? Стрит флэш. Господи, это же стрит флэш. Это 10 из 10. Просто 10 из 10. Стрит флэш не с фантазией. Стрит флэш в игре. Господи, это еще и просто бей и убивай. Да, чувак, ты вовремя ушел. Но так нельзя рассуждать. Типа, вовремя ушел, не вовремя. Ты же не можешь знать, ты же не Ванга. Это обычная игровая ситуация.
тут нет такого вовремя ушел. То, что ты ушел, значит, что ты уже не очень хороший игрок. Трипс на мине. Чувак, тут нет шансов. Размазал. Просто размазал. Вариантов не вижу. Ни одного хорошего. 4. 2, 3, 4, 5. Шестерки не хватает. Здесь вольта не хватает. И у него, да, фантазия. А, нет, просто отпадал. Уже просто разложил, меня ждет. 44 секунды. Времени довольно много. Я даже не знаю, что можно сейчас сделать. Минус один. Туза мне очень сильно не хватило. Для вольта какого-нибудь. Одно очко пройду. Один пуш. Как мама учила, вот так. Да, туза. Неплохо. Он неплох. Блин, трудовик-то ушел. Жалко. Ну а сил остался. А трудовик ушел. Очень жаль. Надеюсь, он вернется. Я буду скучать по трудовику. Осел, главное, ты не уходи. Я доверяю тебе. Я уже привык к тебе. Семерку поймаем, не поймаем. Семерочка, приди. Ну, тоже неплохо. Мы, парни, серьезные. 8, 3 аута. 9, 3 аута. 6, 2 аута. Итого 8. 8 на R5. Изи. Это, считаю, уже фантазия в кармане. Просто изи. Сейчас мы в этом убедимся. Ну давай, складывай свои там картоночки побыстрее. Закрылся, закрылся? Нет, не закрылся. Ну, тут, как я и говорил, трипс. Не проблема. Ну, давай скупнись еще, лошара. Главное, фантазию не закрывай, пожалуйста. Я не хочу проиграть на топе. Вот же говно. Какой же все-таки он говно. Че, опять подсунули? Искромет на юмора чувака в ситауте.
как-то так. Чего он там не собирал? О, вот-вот. Повтор фантазии за Full House на миде сейчас будет. Просто жесть какая-то. Да-да, пособирай там, посиди. Хаос в боте. Ну, хотя бы так. Надеюсь, там не сильно фантазии теперь проиграли. Ненавижу эти фантазии. Ну, против фантазии. Свиты, конечно, люблю. Как же без этого? Сколько проиграл? Нисколько, отлично.
Хотя, наверное, работает. Но он не может не работать, мне так кажется. Сейчас посмотрим. Так, 6 пришла. Это хорошо. Жаль, сверху ничего не доехало. Ну и так нормально. Я и так был на грани. Так, сколько еще два раунда? Две раздачи, не раунда. Две раздачи, можно, в принципе, пойти поискать хэдзап. Королей мало осталось. Это плохо. Придется их... То есть их можно было разделить, поставить одного наверх, другого на флеш. Но нельзя. Мы вот 4 живая, 7 живая. Как-то вот так может быть. Варианты. Я даже запомню, пожалуй, эту раздачу. Еще узнать, как история. Что? Ты мне историю-то покажешь? Да ну? А это предыдущий, типа, на... Понятно все. Бесполезный рум. Еле разобрался. А мог вообще не разобраться. Флэш дедит снизу. А стрит флэш? Губу раскатал. Пусть наверх ставит шестерку. Одно очко. Нет, спасибо. Что он так много думает? У него же там всего 3 карты. Что там думать можно? Номер 4. Ну, 9-7. Отлично, поставил. И вот над этим ходом он так долго думал. Неплохо. Наверное, просто АФК. У меня вообще осталось 18.
descifro mi temor como la luz descifra huecos. La cumbia del amor que va curando a mil enfermos. Красный нужно закрывать. Тут без вариантов. За 3 флеш 10 очков так мало дает. Ух ж этот покердом со своими странностями. Стоит ли ставить даму в топ? Конечно, нет. Ни в коем случае. Стоит вот так сделать. Такая вот неординарная у меня сейчас будет с раздачей. Так вот я решил собрать. Это неправильно. Но вот мне так захотелось вот сделать. Да, хорошо, что не поставил даму в топ. Очень хорошо. Минус 6. Ну опять я говорю, 3 макс это минус профит. Сразу же. Я уже писал. О, смотрите, смотрите. Три псы закрыли еще одну. Уже писал об этом в блоге. Про то, что довольно странные правила. Покер дома. Зачем они все время выдумывают какие-то свои правила, я не знаю. Чтобы доехал. 5-8. Это на флеш. Я уже говорил побольше очков, поэтому если out of rank количество, надо ставить то, что постарше. Десятку, в смысле нет, вольта есть смысл. Вольта есть. Что у нас там на 3 макси-то? Последний, да, как раз. И уходим отсюда. Ждем вольта. 4, 5, 6, 7. Восьмерки. Одна. Тройки. Как-то это все очень плохо попахивает. We'll be right back.
этой раздачи процентов 99 уверен, что типа вот этот раунд первый я предложил правильно. Тут ничего не доехало. Ладно, хоть пара нас спасла. Много все вышло, три штуки, типа это считается много, поэтому смысла ставить, к тому же его флеш будет сильнее крестовый, потому что у него есть туз. Если смысла ставить вниз, нет, можно ждать восьмерку. Играть с гэдшотом на R1, кстати, довольно частая практика. Вот еще один интересный ник появился, рандомный Василий. Я осел у нас так и не покинул. Это очень хорошо. Осел 14, спасибо тебе. Рандомный Василий, добро пожаловать. Так, а мы продолжаем ждать восьмерку. Молодец.
Я бы мог поставить вниз вольта на стрит. Но я этого не буду делать, объясню почему. На вольтов нет аутов вообще. То есть я его ставлю, у меня 3 аута живые. На шестерку у меня есть аут. Поэтому я ставлю вниз шестерку и продолжаю ждать свою восьмерку. Полностью живую восьмерку.
тут все так же 6 воротов. На 2 места. Так себе шанс, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, 7 воротов. 7-7. Так. Что теперь? 6. В принципе, шансы неплохие. Да, 301. Этот еще кто умудрился скопнуться. А он не смог снизу закрыть королей. Понятно. Легкие, редкие. Потери. Осел 14 покинул нас. Это грустно. Incômodo, incômodo, surge como um dragão de cômodo, úmido, eu, o homem da casa aos 6 anos, mofo no canto, todo TV engordo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano, olhos são eletrodo, sério, topo, trombo, corvos, num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo, vendo, roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos, é um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento, eu me movo pelo solo, onde reinamos, fundo, pontos, finais da dor, como Doril, Anador, somos a luz do Senhor e pode crer. Tamo construindo, suponho não. Esse é o a mão humilha da escuridão. Pronto, aceitamos nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio. Onde leitamos. Jesus toma fim de onde ação. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante, Steph Fall. Vai, levante, anda. Vai, levante, anda. Подписывайтесь на канал. И не уходите, как осел 14. Рандомный Василий с нами. Мы потеряли сначала трудовика, потом осла. Рандомный Василий, надеюсь, ты не такой, как они. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro e nada vim, nada enfim. Recria sozinho com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, amante sumo, pai sono de costume. No máximo é um sobrenome. Nome, sou terror dos clones. Ну ладно, лучше восьмерка. Уж на мне уже на четверку есть, да, карты на тройку. Мертвый. Лучше восьмерку пихнуть. Да, я ошибся. Четверка одна осталась, шестерка три. Четыре аута сюда. Трипс я не рассматриваю, потому что у меня пока снизу не все хорошо. Поэтому четыре аута сюда на мид. И два до три. И пять аутов вниз. -6. Не так страшно.
Я думаю, уже уйти собрался. Как тот чувак, который рубль выиграл, я решил, что с него хватит. Что я ему довольно много уже проплатил. Вот такие бывают. You kittens, time outs and shit. Keep your whipping and mount your bitch. Mine's pouring and my mouth is sick. Tell me, Doja, that hurts no fair. See my team, we just circle squares. Bad bitches with purple hair. Нет, не трудовик, князь, мы не вернулись. Рандомный Василий здесь. Рандомный Василий, спасибо тебе. Спасибо, что ты с нами. Не валят, потому что 6-10 это такие коннекторы, даже немного. Немного коннекторов, но с тремя гадшотами. И плюс это потенциал такой на флеш, если я снизу фул дособираю. На фул мне тут 3 аут осталось. Короли живые. Вот так вот сделаю. Буду короля теперь ждать. Сколько уже идет трансляция? 2 часа? Да, 2 часа. Мне интересно, неужто за 2 часа реально в кипсе чат? Никто не написал. Может, он сломан? Такое может быть. Может и нет. Надеюсь, что он не сломан. Я короля дождался. Это очень хорошо. Семерка лучше не сплошить. А что постучать, не скупится. За 2 часа примерно 30 человек, мимо проходящие и сейчас сидящие, не написали ничего. Гиб сейчас, да ладно. Это вообще законно. Не сломан. Спасибо тебе большое. Вот просто большое тебе человеческое спасибо. Дай бог здоровья. Вольта. Не хватит. Четыре. Вольта не хватит, да. Так, посмотрим, что у нас попали. Там десятки. Король вверх. Четвертый вниз. Как-то так. Лучше. Возможно, есть лучший вариант. Лучше я не увидел. Stepping, take everything relevant. Don't care if you're benevolent or you're malevolent. Well, it is clear and evident. We roll in like the president. Not only hold the district, then seal every resident. And give them the mark with the axe sharp. Make sure that thing is permanent. Have to get what I have to get. Me don't care if it's hard to get. I can't take time and calculate. Then do something immaculate. Look on the wall. Default. Listen to thunder. Look at the light. Нельзя к другому принять еще что-то. Типа через тройки и пару. Нет, нельзя так использовать. Довольно забавно, типа 30 человек в сумме не написали за 2 часа в кипсте ничего. А, например, вчера меня смотрел там один человек, и он спамил просто не переставал. Типа это сильно от людей зависит, наверное. Две тройки, две девятки, четыре аута.
5 аутов. Типа, если я буду сверху фантазию собирать. Ну, не фантазию, там, может быть, придет 2 дамы сразу. Я же говорил. 5 аутов. Есть смысл? А, не 5 аутов. Боюсь, что... Не потяну. Слишком рискованно будет. На 9 нет аутов, на 5.
Такой, типа, гадшот из десяточки. Черненький на Street Flash. Ну тут Street Flash дает 10 очков, это вообще не серьезно. Очень серьезно. Типа обычно Кара дает 10 очков, Street Flash 15, Рояль 25, а здесь Рояль 15 дает. Бред какой-то. И повтор фантазии за Full House на миде. Что у нас тут? Четверка. Жаль, жаль. Жаль. Я... Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шесть аутов. Я троечку положу на всякий случай. Мало ли мне три красных придут. Такой, конечно, слабо себе представляю. Лучше перестраховаться. Ему тоже туз нужен. Нет, он не очень нужен. А вот ему прямо... Ему даже не туз нужен. Как раз двойка нужна. С тузом он скупнется. Бедный. Мне даже немножко жаль. Потому что это почти что 100% скуп. Ну типа надо. Туза ему нельзя. Ему только двойку нужно. Хотя три двойки живые. Сейчас посчитаем. Посчитаем вместе с ним. Валет. Два живых. Шестерка. Две живых. Ну да. Как я говорил. Почти нереально. Не забывайте подписываться на канал. Мне будет очень приятно. Аферис, кстати, не ушел. Обычно люди с такими никами проигрывают тебе 10 рублей и уходят. Не буду мудрить в этом случае. С края попросту. Аферист. Какой все-таки скучный ник человек. Аферист. Рандомный Василий от нас ушел. Сначала трудовик, потом осел. Теперь и рандомный Василий. Как же это все-таки грустно. Что мне тут нужно? Мне нужна восьмерка. Мне нужна тройка. Что это у нас? Если там восьмерка, если восьмерка, у нас 6. 6 аутов. Нет, восьмерка. Давай сюда. Да, шестерка вот сюда. Шестерка, по-моему, поживее, да, чем девятка. Да. Гораздо живее. Шел к рандомному усилию. Ну зато с нами Сайн Мету, который открыл нам глаза на то, что чат не сломан. Большое ему за это спасибо. Благодаря ему только что у нас доехала фантазия. Еще и трипс. Как хорошо. Как приятно. Фантазия. Да, спасибо, что звуки всякие проигрываются. Такая приятная руна. Лучшая руна. Просто лучшая. Да, девяточку тут перед тузиком. Да нет. Девятки нету. Стрит не получится.
опять печальная фантазия. Очень печально. Сайнметом. Стараюсь, как видишь. Видишь, даже фантазии грамотно собираю. Поставил в топ двух дам. И не стал ставить флеш снизу. Просто как лев, как царь. Сейчас смотрит, может в описании посмотреть. Там тоже все есть. 2. Ну, ничего страшного, 2 и 2, да? Все равно мы свой флеш собираем. Еще быстрее этот флеш можно. Чем положить десятку и
ничего на нее не придет. И потом обычно переходит десятки. Сейчас мы сразу на тебе десяточку. Еще карту.
открылся. Идеально. Просто идеально. Этот Full House рассчитывает. Рассчитывай. У тебя осталось 3 аута. Этот что, тоже? У тебя шансов побольше. Значительно так. У тебя 5 аутов на 2 места. Да, нехило. Туз там, да. Как Ванга просто. Мне король дам нужна. Просто по пользователям. Сайн Мету с нами. Просто я думал, что трудовик хороший человек, но он ушел. Думал, что осел хороший человек, но он тоже ушел. А Сайн Мету до сих пор с нами, еще и в чат писал. Просто лучший. Самый лучший. Правда, скорее всего, Сайн Мету мазохист, рассмотрит эти трансляции. Но его нельзя за это винить. Вообще, в целом, неплохо. Вчера 2 фолловера, сегодня 2. Итого 4. Так, за 50 дней у меня будет целых 100. Ну, если тенденция будет продолжаться. А 50... Вот это да. Мне фантазия-то ехала просто идеально. Жалко, что так мало людей увидело это. Теперь уже мало. А когда я это скажу на стриме, их будет, наверное, еще меньше. Но доехала просто по-царски. Для этого фантазия уже не доедет, потому что все короли вышли. А собрать фантазию в 3 макси — это очень хорошо. Разложить хорошую фантазию в 3 макси — это просто супер. Это самое лучшее. В 3 макси фантазия очень много решает. То есть в хедзапе, когда вы играете фантазию, ну то есть оп против вас может там нормально не собирать. Против вашей фантазии. Вы против фантазии оп можете нормально собирать. Но в 3 макси это совсем другое дело. Просто абсолютно другое дело. Со всех, да.
против 3 Макси. Как это важно. И в итоге плюс 6 очков с 2. Супер. Ну, когда такой родин приходит, вообще не люблю. Особенно в 3 Макси. Оно как-то очень... Вот мы находимся без позиции. И сейчас, когда у нас R2 будет, вот эта рука будет очень жалко выглядеть. Попомните мои слова. Вот он, король. Что ты делаешь? Да нет, конечно. Заметка игрока. Все, что можно было понять, вот, поэтому понятно. Ты что тут? Ты? Да вы что издеваете? Он реально так оставит? Вот так вот? О, мои боги. Сейчас выглядит типа, ну, я по одному R1 осудил сразу двух чуваков, но если не справится, я сниму метку, честное слово. Но пока что это выглядит, ну я с ними играю первый раз, конечно. Если они действительно такие, я буду с ними играть всегда, даже по рублю. Скорее всего, ну, дама мне уже не придет. Я тут, скорее всего, положу какую-нибудь четверку. Нет, нет, не четверку, пятерку. Или четверку. У меня вот одна пара, и я успокоюсь. Вот тут шансы все падают на флеш. Типа, у него осталось 4 аута, да? Да. Печально. Я даже переживаю немножко за него. Читать, типа. Вот. Вы слышали, что я говорил? Положу четверку и успокоюсь. Вот, вот она. Читаю игру как открытую книгу. Вот это меня переехал. Это тоже. Но этому надо еще снизу что-то сделать. А этому нужно 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 аута. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Серьезно? Один раунд у него остался? Чуть-чуть заплакал даже из-за этого. Мне так жалко его. Чувак, научись считать хотя бы до 13. Дойдет практически никогда, но он все равно продолжал, он поставил дамы, он клал наверх тузы, чтобы как-то типа снизу флэш-то собирать. Зачем? Почему? Ну этот желтый по-любому остается. Вот это еще под вопросом. Так, смотрим. Угу, неплохо. Чувак, подсказать? Нет, подсказать? Пойдет. Так, вот это тоже интересно. Как он разлог? Это тоже желтым остается. Ага, а 7-6 куда денешь? Вон этому подаришь, черт. Да, она тебе мешает, я.
семерка, если снизу. Это тоже желтый. Один. Два. Десять, девять. Десяток много вышло. Вольты тоже вышли. Этих раз, два. Этих раз, два, три. А вот это единственный, наверное, нормальный вариант. Восьмерки живые. Семерки тоже практически все. Там и две осталось.